Приучать ребенка мыть руки необходимо начинать с раннего детства. А так как маленькие детки всегда стараются следовать примеру взрослых, не помешает показать им на собственном примере, как правильно это делать. Ребенку обязательно нужно объяснить, почему так важно регулярно мыть руки. Ведь грязь на руках – это очень некрасиво и даже опасно, потому что в ней нашли свое пристанище вредоносные микробы и бактерии, которые могут привести к различным болезням. Чтобы сделать процедуру мытья рук гораздо интереснее, не помешает приобрести для этой цели яркое мыло с приятным запахом и пушистое красочное полотенце. Тогда маме останется только пошагово объяснить крохе последовательность действий и, конечно же, продемонстрировать все действия наглядно. И не стоит торопить малыша, пусть учится мыть руки самостоятельно.